запасы нашей нефти скоро иссякнут. Многомиллиардные инвестиции, продажа нефти на экспорт – все это подсадило Казахстан на нефтяную иглу. По данным на 2023 год, нефтегазовая отрасль обеспечивает более 70% объема экспорта Казахстана. Только в 2023 году доходы от экспорта нефти составили более 3 триллионов тенге. Кроме того, нефтяной сектор напрямую формирует около 15% ВВП страны. Стоит отметить, что 80% казахстанской нефти уходит на экспорт. При этом отечественные компании добывают только чуть больше 30% ресурсов. Далее идут США 28%, остальное у европейских стран. Так случилось, что в 90-е правительство Казахстана решило продать доли своих месторождений зарубежным консорциумам. Поддержите нас, ссылки в описании. Гордей, а если топливо перестанем поставлять для ваших, в том числе, танков, то как уже, жить будете? Ольга, вы уже сразу переходите к шантажу, да? Нет. Это вы только что перешли к шантажу. Это ваша техника. Это... Далее идут США 28%, остальное у европейских стран.